Ну и начнем выпуск с приятных новостей. Детский сад «Ручеек» распахнул свои двери для малышей. Дошкольное учреждение, рассчитанное на 250 мест, появилось в жилом комплексе «Люберецкий». На днях в новом детском саду прошел праздник, и наша съемочная группа тоже там побывала. Почетных гостей в детском саду «Ручеек» встречают с хлебом и солью. А уже после выступлений малышей – самая торжественная и волнительная часть мероприятия. Передача волшебного ключа и перерезание красной ленточки. Именно с этого момента считается, что детский сад официально открыт. После торжественного открытия – традиционная экскурсия по детскому саду. Здесь все необходимое для малышей. Музыкальный и физкультурный зал, и бассейн, кабинеты логопеда, психологи, изо-студия и сенсорная комната. Стоит отметить, что все помещения детского сада оборудованы по последнему слову техники. Самое главное – это, конечно, кадры, коллектив, да, педагоги. Я думаю, что всегда, во все времена, это будет главным в дошкольном учреждении. И я надеюсь, что наш коллектив будет работать слаженно, грамотно. Самое главное – мы любим детей. Коллектив детского сада полностью укомплектован, а вот вакантные места для малышей пока есть. На сегодняшний день путевку в «Ручеек» получили 139 детей. Всего дошкольное учреждение готово принять 250 воспитанников. Дети уже 2016 года получили путевки в наше дошкольное учреждение и с понедельника начинают адаптироваться к нашему детскому саду. Это первый, но не последний детский сад в новом микрорайоне ЖК «Люберецкий». К 2020 году здесь появится еще одно дошкольное учреждение на 350 мест. А в этом году в городском округе запланировано открытие еще 4 детских садов. Луиза Егязарян, Дмитрий Радзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.